Тебе нужны деньги? И это все? Так и есть. Разве есть еще что-то, что мне нужно? Понятно. Представим, что ты нашел 3 бокса для пожертвований. 1 для полиции, школьников и для общества. И что же ты сделаешь? Я возьму деньги со всех 3. Деньги — это деньги. Мне плевать, откуда они. Моя единственная цель — это стать богатым. И мне плевать, как я этого добьюсь. Это все, что мне нужно было знать. Знаешь... Ты один из тех типов людей, которых я ненавижу больше всего. Но, по счастливому стечению обстоятельств, ты новый член семьи. Я закрою на это глаза в этот раз. Ха, мне что, нужны твои подачки? По-видимому, да, раз уж ты украл мой кошелек. А? Оставь себе, тебе это нужно больше, чем мне. Подыгрывай мне в делах, и у нас все будет хорошо. Добро пожаловать в семью. Ёбаный утырок!